Тут много чего изменилось с тех пор, как я появлялся на этом же фоне в футболке Destiny. И да, она у меня лежит 3 года, и она даже в нормальном состоянии. И в принципе вот здесь вот надо куда-то циферку 2 дописать, и я буду в тренде снова. А не как, блин, на отсталые, которые до сих пор играют в первую часть. Ну, в общем-то, Destiny 2 вышла. На первую часть я пилил первый Alien View. И это значит то, что я прошел такой большой, можно сказать, круг за 3 года. Destiny 2 это не Destiny 2. То есть давайте так сразу расставим все точки над «ы», которые вы все уже, наверное, знаете. Destiny 2 это Destiny 1.5. Это самое, что ни на есть, полторашка. Это работа над ошибками, это полноценная игра, в которой разработчики учли все свои ошибки, которые, в принципе, человеку, который будет оценивать поверхностно первую и вторую часть, будут не видны. Но если углубиться в механику, если углубиться в детали, на самом деле вторая часть просто совершила, ну, большие шаги вперед, по крайней мере, если не колоссальные. Но в то же самое время эти шаги, они в сумме, в совокупности не могут позволить назвать игру второй частью. Конечно, с точки зрения маркетинга, Destiny 2 это Destiny 2. Это новая, как бы, игра, она полноценная, в ней много контента. С точки зрения режиссера, сценариста, это может просто оказаться дополнением большим. Ну ладно, уж раз Destiny 2, то Destiny 2. Эта игра предложит вам тот же самый уровень графики, она предложит вам те же самые 30 FPS на консоли, она предложит вам тот же самый интерфейс, она предложит вам многие те же самые пушки, она предложит вам те же самые классы. И когда вы начинаете игру, то вам предлагают либо продолжить свою историю с этим же персонажем из первой части, либо создать нового. Ну, это типичные RPG, как бы, тройка, воин, лучник или разбойник, да, и маг. И все начинается с того, что страннику грозит полный писец. Странник — это такая большая вот эта херня, которая висит в воздухе. Висит в воздухе и дарит свет, то есть магию всем стражникам, то есть главному герою. Это все из первой части идет, и тут неожиданно какой-то злобный чувак из какой-то злобной расы кабалов, которого зовут, по-моему, кабалов, да, которого зовут Гол, решил всех отхерачить и снова... или впервые, в общем, стать правителем этой вселенной. Он производит нам This is Sparta в самом начале игры. Мы упадаем куда-то в жопу, нас кое-как спасает наш призрак, тот самый шарик, с которым мы ходим везде, когда он говорит все, что нужно делать. И находим временное убежище где-то на земле, на ферме, откуда мы, собственно говоря, и отправляемся уговаривать всяческих людей помочь нам снести Гоула, чтобы все объединились, и снова странник стал клевым парнем. В общем, в этом заключается завязка истории. Думаю, многие из вас оценили бету этой игры, первую миссию, в которой вы могли посередине объединиться с другими стражниками и какую-то часть пройти вместе. Это очень интересно сделано было, по крайней мере, в первой и последней миссии. Больше это что не встречается. Когда вы просто пробегаете какую-то часть миссии, потом в середине неожиданно вы натыкаетесь на какую-то группу людей, вы убиваете вместе, вот потом снова разъединяетесь. Это на самом деле добавляет чувство ММО-шности этой игры, которой на самом деле у нее нет. Это не ММО-игра. То есть здесь людей максимум на сервере, ну, насколько я знаю, 9 может быть максимум на сервере, и вы постепенно просто между серверами переходите, и таким образом вы встречаете разных людей, вы сталкиваетесь с кем-то, с ним проходите миссии, снова расходитесь. В общем, если кто-то не знает, что такое Destiny 2, то вам нужно пересмотреть рецензию, посмотреть, точнее, рецензию Destiny 1. Многое из того, что я сказал там, приходит ко второй части. Что же здесь изменили? Да, но если вкратце, если вы не хотите смотреть, это игра, в которой скомбинированы все возможности путешествия в псевдо-открытом мире. То есть вы можете собирать людей и бегать здесь как в коопе Borderlands 2, да, здесь есть мультиплеер, где вы можете меняться с друзьями, здесь есть, можно играть и соло, здесь можно гриндить предметы, здесь можно просто путешествовать, выполнять всяческие испытания. По миру здесь несколько больших локаций, здесь есть сюжетная кампания, которую можете пройти в коопе, здесь есть и чисто кооперативные задания, которые вы должны проходить только с людьми. В общем, эта игра имеет очень большой набор развлечений, которые, в принципе,
свою цену окупают. Но если вы покупаете Destiny 2, помните, что вы покупаете игру не полную. То есть вы покупаете, по сути, 50% от продукта, который грядет. Поэтому если вы хотите купить полный продукт Destiny 2, если вы хотите, если вы, точнее, будете играть в нее достаточно продолжительное время, я вам советую покупать Deluxe Edition, то есть там за 7 тысяч, в состав которого входит Season Pass. Ну, по крайней мере, Season Pass к первой части, насколько я знаю, окупал себя. Ко второй части, ну вот, не буду загадывать, но давайте пройдемся по всем аспектам игры, которые, в принципе, есть в Destiny 2. Итак, давайте начнем по порядку. Компания, да? Компания в первой части выдалась очень сухой и, если честно, ничем особо не запоминалась. Во второй части я наконец-то увидел то, что над ней работали те банжи, которых я люблю. Ну, по крайней мере, часть из этих банжи, потому что здесь есть и постановка, здесь есть и интересные персонажи, фига себе, да? Здесь есть и не тупые, знаете, диалоги такие с пафосом, когда говорятся, а что-то более-менее развлекательное. По крайней мере, у персонажа есть характер, по крайней мере, здесь, когда вы пройдете историю, вы поймете то, что на самом деле вы что-то сделали. То есть вы не просто остановились на какой-то точке, да, и вот что-то произошло, да? Вы на самом деле увидите визуальные изменения, вы на самом деле увидите изменения в своем инвентаре, не буду говорить, что вам дадут, да, конкретно. И вы на самом деле почувствуете, что над этой игрой старались люди, но, если честно, мне показалось то, что компания была создана все-таки для прохождения в одиночку, потому что она воспринимается, ну, как личное приключение, то есть как приключение одного единственного стражника, то есть вас. Поэтому, если вы будете проходить в коопе, будет ли вам это интересно, я не знаю, но для одного человека она, в принципе, очень хорошо построена. И она веселая. В отличие от компании первой части, она веселая, некоторые миссии поставлены и, на самом деле, хорошо срежиссированы в духе Halo. Конечно же, здесь не хватает тех миссий, которые я писал в самом начале рецензии, то есть, когда вы, допустим, бежите куда-то, да, объединяетесь с кем-то, потом расходитесь или находите кого-то в процессе. Таких миссий, на самом деле, очень мало, их всего две, еще повторяюсь, и то в последней миссии это дело очень скоротечно протекает. Так что компания стала намного насыщеннее, круче, ярче, и вступление у нее на самом деле, ну, впечатляющее, только вот за одним вот тем аспектом, да, то, что там во второй миссии приходится немножечко поиграть в симулятор ходьбы, но перетерпеть это можно минуты 4. И если в первый раз проходите игру, это даже вас немножечко впечатлит. И здесь разработчики постарались над тем, чтобы вам действительно показать то, как работают персонажи, и ощутить это на себе. То есть классы, они хоть и три старых, да, но они были чутка переработаны. То есть, допустим, у охотника, за которого я играл, были три подкласса. Один был с пистолетом, другой с какой-то палкой убийственной, да. Третий был с луком, который наносит теневой урон. То есть один из классов переработали. То есть изначально, по-моему, в первой Destiny у вас был пистолет, с которого вы стреляли издалека. Здесь более круто, мощно, мясно проработана первая способность у охотника, она веселая, скажем так. У вас есть большой посох, вы как Дарт Мол всех расхерачиваете ваншотами. У него был прыжок какой-то там с молниями, когда он бил в землю, да? А теперь у него по умолчанию первый саб-класс, первая возможность, которая ему дается, это щит, который может бросать, который может блокировать его удары. В общем, ну, вы поняли, да? И, соответственно, у каждого класса есть три подкласса. Эти подклассы различаются между собой. То есть, допустим, у одного класса есть подкласса охотника, есть нож, который он может бросать. У другого подкласса при помощи рукопашного он может восстанавливать себе ХП. Здесь все-таки больше всего основано на скилле, на прицеливании, на стрельбе. И стрельба, как и в первой части, как и здесь, как и во всех Halo, она на самом деле смачная, стрелять интересно, оружие чувствуется, как, в принципе, и различия в пушках. То есть, да, здесь попадает множество всякого лута, который похож на себя, кто отличается циферками, и под конец игры вы будете только заботиться в основном о циферках, потому что все сведется к неутомимому гринду, но подождите, это, если что, не минус. Здесь есть три типа оружия, то есть одно обычное, второе дает какой-то элементальный урон, и третье — это мощное оружие, которое, ну, различается по типу действий. То есть это может быть меч, это может быть дробовик, это может быть базука, это может быть гранатомет.
И там еще есть некоторые легендарные экзотические винтовки, которые, в принципе, различаются, это которые еще уникальны по принципу действия. Но, чтобы их видеть, выбить, нужно гриндить. Нужно гриндить много. То есть, когда пройдете кампанию, вы выбьете себе какие-то пушки, которые помогут вам в пост-игровом контенте. Но, скажем так, кампания — это обучение. Вот вы проходите такое большое жирное обучение, потом начинается вся игра. Потом вы начинаете ходить в так называемые страйки, это когда нужно проходить какой-то данжен, да, и убить босса в конце с рандомными людьми. Потом вы проходите более сложную версию страйка, которую нужно проходить с друзьями. Затем вы вообще идете на рейд. Рейд это очень большое жирное испытание с загадками, с пазлами, которые вам нужно разгадывать. Естественно, вы можете посмотреть Solution в интернете, все это уже пройдено, как было еще в первую ночь выпуска рейда. Но это событие ждут фанаты Destiny просто убийственно. То есть, когда я обозревал первый Destiny, тогда еще первого рейда не было. То есть, рейд появился через месяц или два после релиза первой Destiny здесь. Разработчики поступили правильно, они, по сути, вам за первую неделю после релиза запустили весь контент, который есть в игре, то есть весь тип контента, еще будут его добавлять, естественно, потому что это развивающаяся вселенная, понятно. И я смог оценить рейд, мы смогли пройти первый этап из двух, и там, на самом деле, дикий пазл вообще был, просто попытаюсь вам описать это дело, если вы не хотите слушать, что там конкретно, если вы хотите сами разгадать, то на время выключите видео. Вам нужно было шестером, это единственное испытание, в котором вы можете участвовать в шестером. Но вам нужно было забежать на территорию, на большую территорию, кстати, красивую территорию. Вам нужно было понять то, что здесь есть точка, в которую нужно принести предметы, которые появляются на других точках. При этом кто-то, ну, вы должны были разделить всю группу на несколько частей, и одна часть должна оставаться охранять ту точку, в которую вы должны внести предметы, потому что принесенные на эту точку предметы могут забрать враги и оцелить врагов. То есть, а другая группа должна бежать на точку, причем еще вспомнить, где эта точка находится, оцелить там врагов, убить босса, забрать предмет у него, принести на эту точку и бежать к следующей точке, которая помечена на первой точке, и снова там повторять ту же самую процедуру. При этом на ту точку, которая обороняется, могут прийти враги. Эти враги могут забрать предметы, эти враги особые. И у некоторых из них есть непробиваемый щит. Чтобы снять этот щит, нужно найти на карте врагов, которые находятся под пузырем, которых легко убить, подбежать к ним вручную и убить, ну не вручную, но близь, и убить их. И вот это все нужно как бы разгадать в процессе. И это самое легкое из испытаний. Там потом я посмотрел, там такая жесть происходит, там на самом деле нужно мозг ломать, если без Solution, если первый раз проходить, это на самом деле сложно. Но это большое, грандиозное, офигенное испытание, которое, если ты пройдешь, ты реально почувствуешь какое-то, ну, что ты чего-то достиг в этой игре. Естественно, чтобы его пройти, тебе нужен уровень силы большой, и для того, чтобы проходить вот эти вот высоколевельные испытания, тебе нужно гриндить шмот. И когда ты гриндишь шмот, да, ты получаешь еще более крутой шмот, и потом еще более крутой шмот, и еще потом более крутой шмот, и в общем, ну, смысл гринилок то же самое, что в финансовой пирамиде. Для чего это делается, непонятно, но скоро, рано или поздно, все это рухнет, потому что, ну, тут как бы, да, ну, ты забьешь на игру, и все, и ничего не будет, просто потерял время. Ты вкладываешь свое время в это, а не деньги, соответственно. Но, по сравнению с первой частью, в этой игре гринд шмота, он просто, ну, если не сведет к минимуму, но, по крайней мере, он не настолько злой, не настолько заставляющий тебя тратить много времени. Вот просто для примера, у меня в Destiny 1, сколько я потратил там времени на нее, 30-35 часов, не было ни одной экзотической шмотки. Экзотическая шмотка — это самая лучшая шмотка в игре. Здесь, когда я закончил игру, я вообще сходил успеть на рейд, там, ну, 30-40 часов я потратил на нее, у меня что-то там 5-6 шмоток экзотических в инвентаре. И это на самом деле радует, потому что я особо не гриндил, я не бегал 1000 раз в одну пещеру, не зачищал ее, чтобы выбить какую-то легендарную шмотку. Я просто бегал по игре, я просто проходил испытания, я просто взаимодействовал с комьюнити, и я получил шмотки, и это на самом деле клево, потому что когда гринд есть, но когда гринд правильный,
это на самом деле может быть интересно, потому что разработчики должны подкупить тебя тем, что тебе может выпасть, а не заставлять тебя тратить 100 часов на то, чтобы ты получил первую шонку, ты говоришь, да, я ее получил. Когда ты не чувствуешь то, что можешь получить, ты в принципе не заинтересован в этом, а когда тебя подсадили, да, ну в общем... Банжи те еще наркодилеры, как вы поняли из того, что я сейчас сказал. В остальном геймплей Destiny 1 ничем не отличается от геймплея Destiny 2 и наоборот. У вас есть несколько локаций, вы на них путешествуете, гоняете там на Sparrow, прибегаете на какие-то горячие точки, там устраняете кого-то. Не знаю, были, не помню честно, были ли в первой Destiny такие ивенты, как мероприятия открытые, но здесь еще есть такие возможности, как, ну, то есть такие события, как когда вы можете прибежать на какую-то точку и там выполнить какое-то испытание, получить за это шмот и снова ехать дальше. И зачистка пещер, то есть там участие в страйках, это в принципе все понятно, логично, то есть есть чем заняться в этой игре, и на самом деле контента здесь море. После компанийского, в общем, и награды за них хорошие, то есть если вы видите что-то на карте, выполните это дело, потому что это на самом деле вам что-то принесет, ну или по крайней мере даст вам только удовольствие. То есть здесь даже второстепенные миссии некоторые из, они различаются. То есть не просто из точки А дойди в точку Б, просто убей много врагов. Здесь есть, допустим, оборона территории, здесь есть своеобразные гонки, допустим. Ну не гонки, но нужно просто доехать из точки А в точку Б, там пооборонять что-то и так далее. В общем, я здесь уже начал перебарщивать. В общем... Если вы любитель PvE контента, то для вас здесь очень много всего того, что вы любите. И в первую очередь я готов рекомендовать эту игру не любителям Borne, а любителям Diablo. Потому что это, по сути, первая аналогия, которую я могу назвать, на что похоже Destiny 2, это на Diablo 3. То есть в которой вы быстренько прокачиваетесь до 70-го левела, и потом начинаете гриндить 3000 подземелья там разных левелов. Все зависит от вашего шмота и так далее. То есть эта игра очень похожа на Diablo 3. Если вы любители PvP контента, то для вас здесь тоже есть как бы свое нечто, которое называется горнило. И здесь стоит вернуться к обсуждению как бы компании. Стало то, что Bungie начали напоминать мне с Bungie, да? А когда я обсуждал первую Destiny, стало то, что мультиплеер — это единственное, что мне на самом деле напоминает Bungie здесь, и то, что я чувствую, то, что это они делали эту игру. Здесь я чувствую то, что они не делали мультиплеер. Ну, то есть, они его делали, естественно, но он очень сильно попахивает Call of Duty. Ну, потому что здесь, во-первых, урезали размер команд 6 человек до 4, то есть, да, сражаются 4 на 4. Ну, как бы, не в этом Call of Duty заключается, да, а в самой стрельбе, механике. Все стало более медленным, стало менее брутальным, менее быстрым. В общем, вот я зашел, и я вижу то, что это Call of Duty. Это Call of Duty. Здесь привычные режимы есть. Team Deathmatch, Kill Confirmed, да, из Call of Duty вы знаете. Захват территорий. Если вы любители посоревноваться в чем-то более жестком, то здесь есть и соревновательные режимы, но они ничем не отличаются от обычных, кроме как правилами, да. Когда у вас есть одна жизнь, и вы должны обезвредить какой-то план. Ну, то есть, режим CSGO. CSGO, CS1.6, CS, просто CS. Да. Всякие режимы выживания и, в общем, все это есть. То есть, если вы любитель поубивать других людей, то вам тоже здесь есть чем развлечься. И за каждый, как бы, матч вам дают всяческие знаки отличия, как, в принципе, и за всяческие PvE-миссии, которые вы можете отдать одному из NPC в главном лагере, получить за это награды, соответственно. И в PvP-матчах у вас есть достаточно... ну, высокий, ну, или какой-то там определенный шанс получить экзотическую шмотку. Я, допустим, получил, сколько я провел, по-моему, ну, часа 3-4 в PvP, и, в принципе, это окупилось. Но возвращаться я в него сейчас не хочу. Я наиграл в Halo Reach много, я в Halo 3 поигрывал, я... может быть бы вернулся в Destiny 1, мультиплеер Destiny 1, если бы я диск не продал, но мультиплеер Destiny 2, точнее в PvP его режим, я не хочу возвращаться, потому что это меня не впечатлило. То есть я вот так вот сидел, я так вот на это смотрел, думаю, ну ладно, как бы, окей, хорошо, пусть будет по-вашему.
судари. Но на самом деле карты иногда очень большие, и они прям, по-моему, вот по моему личному мнению, сконструированы для битв 6-6. Но, к сожалению, здесь 4-4. Ну, просто-напросто иногда вот сам режим захвата точек заключается в том, что вам нужно держать под контролем 3 точки. И я считаю, что этот режим сбалансирован и сконструирован для режима 6-6. Минимум, потому что это как бы логично, что 2-2-2, да, на точках, а тут как бы, как получается, 2-1-1. То есть это как бы немножко не сбалансировано, я считаю, и очень мало мяса, если честно, потому что, по сути, ты можешь взять на стеночки какие-то силовые боеприпасы, вытащить меч или базуку, да, и просто-напросто бежать на точку, а там никого нет. И применять свою ульту, а здесь есть и ульта, как бы, тоже ее можно применять, как в PvE режиме. Если вдруг кто-то не знает вообще механики, нахрена я об этом говорю, не знаю! А вы можете бежать на точку, а тут никого нету, только кроме одного человека. В общем, удовольствие от PvP стало меньше. Но, в принципе, сделано все достойно, играбельно, и вы свое удовольствие какое-то определенное получите. Если вы будете проходить игру досконально, то вам все равно придется зайти в горнило и поучаствовать там в матчах, чтобы выполнить какое-то задание, которое вам дается. И в целом, вот оно и все описание Destiny 2. То есть, по сути, в плане геймплейном, в плане сеттинга, в плане графики, в плане дизайна ничего не поменялось. То есть, как в хорошем плане, так и в плохом плане. Ну, то есть, в плане интерфейса, что тут менять, как бы, да? Оно, ну, что тут менять? Цвет поменять? С одной стороны, да, ты смотришь на одну игру и на вторую игру, да? То есть, вторую часть игры. И ты видишь, что в ней изменили только интерфейс, а так все осталось все то же самое. Будет ли это каким-то изменением казаться? Не знаю. С той же самой точки зрения, да? Одна игра и другая игра, они похожи друг на дружку. Зачем менять мне интерфейс, если он и так работает? Для того, чтобы визуальная игра казалась другой, это как бы тупо и рассчитано на вуэристов каких-то людей, которые непонятно как оценивают игры. Или выбирают их, мол, фу, мне интерфейс тот же самый. Конечно же, бы хотелось бы увидеть новые классы, но... Нет, хотелось бы увидеть новые классы, но эти хорошо работают, некоторые из них какие-то возможности переработаны, но хотелось бы видеть новые классы, если честно. Но на это уже воля разработчиков. Гринд. Самый главный элемент этой игры. Они его сделали интереснее и лучше. Контент. Весь контент, который должен, в принципе, быть в неделю релиза, они релизнули, за неделю запилили рейд, и это клево на самом деле, потому что можно ценить весь его за раз. И здесь перечисление всяческих изменений заканчивается. То есть потом дальше музыка, я уже сказал про графику, там, да, про оптимизацию, про поддержку. Все это как бы остается тем же самым. Но если бы эта игра Destiny 2 оказалась бы Destiny 1, если бы еще до кучи весь выходящий контент к Destiny 2 не был бы засунут в Season Pass, ну, как бы понятно, это маркетинг Activision, но это жадные дядечки, называется Бобби Котик, мы все его любим, обожаем, то этой игры реально цены бы не было. Это вот действительно был бы must have. То есть ты покупаешь игру, ну тоже, допустим, тоже Overwatch, да, ты купил, да, и там просто, ну, за полтора года миллион контента, то есть новые герои, новые скины, новые карты, новые режимы и прочее. То есть там завезли столько контента, что в принципе, может быть, для кого-то цена окупилась. Да, тем более, что продавали еще игру по скидке 50% в том же BlizzardNet, да. Здесь, ну, я не готов этого сказать. Не готов сказать, что это must have, да. Но если у вас есть друзья, с которыми вы готовы поиграть в это дело, если у вас есть группа единомышленников, которые готовы просто страдать, готовы корпеть над каждой шмоточкой. Короче, если вам нравится задротство, и вам есть с кем позадротить в компании, или... не знаю, по вечерам так соло поиграть иногда, и иногда пообъединяться с друзьями, то эта игра для вас. Если вы просто хотите взять какой-то один продукт и посвятить ему долгое время. Если вы человек, который меняет игры как перчатки, которому важна синглплеерная кампания, то эта игра не для вас. Это не сильные стороны этой игры. Destiny 2 это гринд, Destiny 2 это рейды, Destiny 2 это страйки, Destiny 2 это выбивание шмоток, Destiny 2 это кооперация, Destiny 2
это все, что связано в мультиплеере. Но ни разу это не связано с синглплеером. Хотя синглплеер здесь, ну, в смысле, синглплеерная часть, в смысле, компания, хороши. Намного лучше, чем первая часть, и то, что я ждал от первой части. И даже бы если вот это вот вышло бы в качестве первой части игры, то я бы еще, ну, задумался над оценкой. И знаете, да, если бы, еще раз говорю, если бы такое вот, вот то, что я увидел в Destiny 2, появилось бы в качестве оригинальной игры, в качестве, как бы, игры с бесплатными обновлениями большими, то я бы без вопросов поставил бы этому десятку, потому что это реально было бы заслужено, потому что там реально огрехов бы никаких не было, в принципе, для такой игры. Но, так как это вторая часть, так как у нее есть Season Pass, так как это, в принципе, работа над ошибками и полноценная вторая игра, и так как ее нельзя рекомендовать всем, и вряд ли многие получат от нее удовольствие, хотя это достойная игра, я все-таки поставлю этой игре выше оценку, чем первой части, но не такую высокую, как может показаться. 7,7 из 10. И не спрашивайте, почему не 75, не 7,75, в смысле, не 7,5. Вот я чувствую, что вот я ставлю кому-то 7,75, там 7,25, 8,25. Вот эти вот четвертиночки, они хорошо указывают то, что вот игра до восьмерки не дотягивает. Но не так, чтобы чуть-чуть не дотягивает, а вот не дотягивает какой-то балл определенный, да? Ну не так много, что 7,5. И вот все равно вот еще чуть-чуть вот 5 сотых все равно нужно забрать. И вот эти вот 7,7, это самое оно. Вот я считаю, что это идеальная оценка для этой игры. Да, со всеми вот этими вот замечаниями, которые я сказал. Но так как мы, в принципе, я один представитель СМИ BioAlienR YouTube Channel, должен выставлять оценки для среднестатистического игрока, то, соответственно, мы берем в пример среднестатистического игрока, который будет в этой игре. А среднестатистический игрок — это игрок для меня, который проведет в этой игре часов 50, да, и забьет на нее. Потому что многие забьют на эту игру на 10-м часу, другие будут гринить в ней часов 300. То есть возьмем всех, сложим вместе, как бы получится, ну, вот 50 часов, вот задроты сраные. Вот и все, в общем-то. Destiny 2 во второй раз у разработчиков получилось, но они прошли просто длинный путь до этого. Игра, два расширения. Получилось, пусть эту игру сложно назвать Destiny 2, а скорее полторашкой. Все у меня. Всем спасибо за внимание. С вами был Эллен, футболки Destiny. Теперь я могу носить ее с гордостью. Ой, пойду гриндить, короче говоря, где мой геймпад? Let's go! Let's go! У меня там 270 сил на 271. Погнали.